Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем играть с вами в GTA 5 с модами. И сегодня Фредди у нас отправляется на, так сказать, на представление какое-то. Я не знаю, какое представление, поэтому сейчас поедем посмотрим, что за вакханалия там... что за вакханалию нам предстоит увидеть там. Я вижу собачку, ладно, собачку трогать не будем. Ладно, садись, Фредди. Моя женушка, садись. Вы все прекрасно знаете, что это женушка нахрен. И поэтому мы сегодня отправляемся. У нас вот такой вот классненький, интересненький вертолетик. Довольно-таки красивый. Женушка, привет. Тебе нравится? Смотрите, как мы разворачиваемся. Просто великолепно. Ладно, и, в общем, летим. Летим. Не знаю, конечно, что у нас выйдет. На какое мы дерьмо сегодня наткнемся. Все-таки это GTA, и здесь может, черт возьми, случиться... Все что угодно. Поэтому мы с вами отправляемся смотреть на вакханалию, которая будет происходить у нас сегодня, ребят. Так, надо кое-что сделать, конечно. Так. Главное не долбануться, серьезно. Потому что, вы сами знаете, это опасно. Я же опасно вожу, черт возьми. Ладно, все, отправляемся, поехали. Полетели вперед. Мы должны разобраться... с кое-каким дерьмом, с нечистой силой. Так. Ну, вот ребят уже почти прилетели. Фредди, ты готов? Мы сейчас будем с тобой прыгать. Ты понимаешь, что мы будем с тобой прыгать сейчас? Мы с тобой сейчас будем прыгать. Ну, давайте на счет три. Раз, два, три, вертолетик. Сгори! У-ху! Ё-моё, нифига себе. А Фредди? Ну, я думаю, Фредди не разобьется на самом деле. Если он разобьется, конечно... будет полная жопа, смотрите. А что за звуки? Что за звуки были? Так, Фредди, где ты? Зайчик побежал, смотрите, здесь зайчик побежал вон. Так, где Фредди, блин, сейчас... Охренеть, вы прикиньте, вертолет не... не раздолбился. Офигеть. Вертолет, ребят, не раздолбился. У меня один единственный огромнейший просто вопрос, где наш браток? Братка ни хрена здесь нет. И как мне это понимать, ребят? Кто видел, куда он полетел вообще? Братка нету на карте, вы прикиньте? Братишка! А если мы так сделаем? Братишки нет, ребят! Братишки нет! Короче, ладно, ребят, давайте создадим нового братишку, потому что мы потеряли, вроде бы он сду... А-а-а, ребят, все понятно. Он, короче, откинул коньки, поэтому не переживайте, все сейчас будет нормально. Ладно, погнали, моя куколка, погнали быстро. Так, все. Я на самом деле понял. Слушайте, давайте сделаем реально темноту, чтобы было сочненько, ребят. Вы же хотите сделать темноту, чтобы было действительно интересно. Я хочу сделать темноту, чтобы было по красоте все. Ну что, Фредди, ты готов? Кстати, я не понимаю, какого фига вообще вертолет работает? Что это за бред? Как он? Так, тихо. Я кое-что забыл сделать, давайте вот так вот сделаем, чтобы нас не трогали. Потому что эта миссия должна пройти аккуратно. Смотрите, братишка побежал. Что он побежал делать, интересно мне? Я хочу сбить вертушку. Братишка! Что это за хрень? Куда он побежал? Он на зайчиков смотрит? Что за бред? Ладно. Давайте вот так уничтожим просто. А, ладно, понятно, он не уничтожается. Чё вообще с нашим братишкой-то, а? Братишка! Куда ты побежал? Побежали с тобой, ладно, побежали. Хочешь, побежали. Сейчас все будет хорошо. Не ссы. Можно, конечно, отмудохать вот этого говнюка. Взять себе какой-нибудь хаммер. Да ляж ты, не двигайся, ёпты. Да ляж ты, не двигайся, блин. У нас задание. Короче, Фредди сам себе, ребят. Что за братишка такой, я, конечно, не пойму, но он, видимо, сам дойдет. Давайте вот так вот по-красивому сделаем. Черт, сейчас бомбанется все, нет? У-у-у,
смотрите, что здесь есть. Фредди, где ты там, мой маленький? Вот это уже на самом деле интересности начинаются у нас. Смотрите, что я нашел. Я нашел какое-то место интересное. Так, надо разломать для начала, я думаю, да? Так, смотрите. What the fuck? Это какой-то хоррор. Вы слышите плач? Ребят, здесь плач какой-то. Я вижу девушку. Девушка не одета. Надо что-то с ней сделать. Давайте попробуем вот так вот сделаем. Тихо. Это Фредди стрельнул? Реальная какая-то фигня. Причем вот этот мужик здесь лежит, и она почему-то плакала. Пока что непонятно. Какой-то плач жесткий причем. Я офигею. Реально стрёмно. Где она? Смотрите, ее нет, но... Но она плачет. И причем такие звуки очень страшные. Окей, давайте пройдем дальше. Здесь что-то должно быть по-любому. По-любому здесь что-то должно быть. Нам, походу, нужно было вообще в другое место идти. Там конец путей, либо что это такое? Да-да-да, ребят, здесь кончается все, видите? Окей. Так, зайдем обратно, короче, да? Девочка плачет. А если мы сюда пойдем? Мы переместились куда-то с вами. Или, по сути, никуда не переместились. Подождите, мы должны что-то здесь сделать? Hell Extreme. Блин, мы просто перемещаемся, ребят. Я не туда хочу. Ладно, экстрим. Пойдем здесь сюда. Может, нам реально надо сюда идти? Тьма тьмущая, конечно, нифига не видно. Давайте вот так делать, короче. Вот у нас есть вот эта фигня. Хотя она, блин, как-то... А нет, она нормально горит. По крайней мере, чтобы видней было. Или вообще вот так вот делать будем. Потому что здесь вообще темнота какая-то. Пока ничего не понятно. Ничего не понятно, ничего и не видно. Какие туннели огромные. Здесь что-то должно быть, ребят. Стопудово. Смотрите, там путь. Так, ну-ка давайте карту откроем, посмотрим. Так, ничего не видно, да? Ладно, придется вернуться назад, скорее всего. Слава богу, мы поджигали вот эту фигню. И теперь мы видим, по крайней мере. А так бы вообще ни хрена не видели. Так. Сейчас попробуем побежать в другую сторону. Возможно, что-то там и будет, ребят. Так, слава богу, я добежал вроде бы. Да, наконец-то. Фредди такой опасный, Фредди стрёмный. Ну, конечно, этот плач очень дикий, ребят. Почему он так близко здесь? Просто жесть. Он очень близко. Здесь может случиться все, что угодно. Поэтому помните Фредди таким, как он был. Он был хорошим братком. Смотрите, здесь почему-то больше ничего нет.
Фредди, походу, и не выйдет отсюда вообще больше никогда. Вот наша машина стоит. Это разве все? Какая-то дамочка странная, ребят. Кто знает эту дамочку? Кто знает, что это вообще такое? А Фредди где-то внизу у нас здесь, да? Да-да-да-да-да. А здесь вход где-то еще есть или нет? Или входа здесь больше нигде нет? Ладно, входа, ребят, походу, нигде нет больше. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Окей, а если мы зайдем? Хотя мы так заходили. Ладно, еще раз давайте посмотрим. Что-то странное, реально. Так, Фредди. Чё за фигня? Где мы с вами находимся? Вот сэр лежит, да? Блин, он меня перемещает, блин. Вот сэр лежит. Может, что-то с ним нужно сделать? Здесь дамочка плакала. Именно здесь, ребят. Может, вообще запулять эту фигню? Нет. Ничего не произошло. Ну, давайте пройдем вперед. Не знаю. Может, что-то мы и найдем здесь. Поиски привидений называется. В поисках привидений, реально. Смотрите, здесь больше ничего и нет, ребят. Хотя очень странно. Заметьте, мы выходим вообще в обратном месте, в котором мы заходили. Короче, ребят, здесь реально какая-то хрень происходит. Пишите догадки свои, что это за фигня. Ставьте лайки, комментируйте, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать ролики. С вами был Виолент. До скорых встреч. Всем пока.